Этот сила-то там как. Но я уже в игре, так что телепорт Можешь к нам другом. телепортиться, мы ждем. Ну вот я Класс. сейчас Класс, буду. класс, давайте. Магопользовательская, давайте заходим. Так, я тут пока вдвоем с по этим Что, заходить? понтяком. Да заходите, я жду. Вот сила. Да, я тут. Дэнчик, где? Здравствуйте, пацаны. 20 секунд еще есть. Че, не запускает? Ой, вообще с другими чуваками зашел. Может, а вы выйдем? где были? Заходим? Вы меня не ждали. Давай катнем тогда с тобой. Может, закат. Да. Вы меня не подождали. Главное, чтобы в гонку запустило. Тут будет не кайф. А, запустил. Гонка стоит. Ну, получается, будет два блэклиста и одна серия. Что? А, мне показалось. Два блэклиста и одна серия. Как-то так вот будет. Ну, погнал. С на Мальзе 3, кстати говоря, с весьма уродливым обвесом. Обвес просто дикий у него. Колхозы не помещали. Зачем такой обвес, я не понимаю. У него там скоро? Пока начали. А щит? А, я теперь понимаю, как щит действует. Он просто защищает от магнитов. Не ждали, а? Тут два круга, да? Два. Сломочка с тезом. Кстати, можно потом будет и в карбон когда-нибудь скатать. Ой. Кто слетел? Да. Я слетел. Я полетел, взлетел немного. Я тоже. Там, кстати, синхра получше будет. Что такое? Вентвес карбон. Это и давление выскакивает. Вентвес карбон синхра получше. Я вот если бы поиграть в PSP MFS по сетке, был бы кайф. Только вот непонятно, как в PSP эмуляторе сетку настраивать. И возможно ли. Ну да, и возможно ли, это тоже правильно. Там уже, наверное, не поддерживается уже, наверное. Не поддерживается? Да. Локалки, не знаю, можно ли настроить или нет. Там, короче, можно указать адрес сервака, там IP сервака и так далее, и так далее. Я смотрел инструкцию в Ютубе. Но сам пока не решился ничего делать, не знаю. А нетушка не работает. А кстати, такая фигня бывает, на кнопку 1 нажимаешь, и нажимается. Не работает, нетушка. Ты сейчас на кнопку 1 нажимаешь, да? Типа. Я и на один нажимаю, и вот мышкой нажимаю, на нитро не действует. У меня тоже такая фигня происходила. Не, у меня пока нормально, смотрю. Ну ты же не отстаешь, так, опа, я взлетел, ну сейчас. Так у меня потому что поршак настроен на скорость, поэтому может я могу еще догнать и обогнать. Можешь, конечно, ты рядышком прямо. Одна ошибка. Плюсом, что может тебя спасти, это то, что у меня нетрушка не работает. Да, я за счет нетрушки. А, это рестарт. Так. Это гарантированный рестарт. Тормозим резко. Да, так, можно взлететь. Вот, почти догнал. Все, да. Мы сейчас скоро к финишу будем. Да. Угу. Просто я врезался очень хреново к тому и рестарт. Да, пацаны. Так нормально. Оба-на! Так, осторожнее, не надо быть. Да, тут очень осторожно, там сейчас моя ошибка и все. Тут хоть я и недавно в карбон катал. Опа. Ой, извиняюсь. Видишь, как перед финишем ты взял. Сама сейчас гонка завершится скоро. Да. Минута дается. Мы успеем. Да, классно. Связка была, мы ее пропустили. Ну ничего.
Давайте, а мы, пацаны, да, и так, это, так успели бы. Эту же самую гонку. Мне нитро самое... нужно, нитро нету, давай, давай. А, не хватило нитро. Все, молодец. Обогнал. Кстати, перед финишем. Достижения это работают. Угу. Только что дали чивку какую-то. Видишь, только давайте. И, кстати, что-то денег стали больше давать. Я смотрю. Деньги? Да. А это, видимо, то, что я репутацию повышаю. Все, пацаны, давайте эту же самую гонку. Эту же? Давайте. Да. Так, меня Тесла потихоньку не стигает. Окей. Телепортись ко мне или к Степану. Давайте. Давайте, пока что весь тест был полнейшим. Ocean View, пацаны. Я здесь. Артём меня висит, а пока что это был полный блок. Присоединиться? Давайте. Запускаем? Да. О, уже двое, Денчик. Я так, и... что-то у меня не запускает. А да, запустил. Все, запустило. Вот. Замечательно. Кстати, да, что-то гольфец слабенький. 517. Че, класса Б нету точек других? Не. Видите, у меня прям на хвосте сидит. Он на полу собирается. Видите, в зеркале заднего вида фары кукуют. Меня в скайпе хорошо слышно? Да, да. Да, у меня иногда подлагивает бывает. Полегче. Готовность. Пока с ним не будут таким наглым и назойливым. Нас трое, да? Да, трое нас. Так, сейчас. Нет, старый пошли. Хорошо, пошли. Ну, так сказать. Так, тут осторожно. Ой, я так не привык. Да. Ох, еще магниты против меня применяют. Смотрите-ка, еще и силу применил. Ну. У тебя Порша хорошо едет, поэтому придется. Да, это меня тоже спасает. Да, да, да. Так, нетушечка. Трафик. А вот поворот, она так туго ходит. Да, 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 да. Nissan легче заходит. Так, магнит. Так, слава, пока возможность есть такая. И воспользуюсь. Так, у меня нитро есть. Так, притормаживаем. Ты притормаживаешь? А я это. Я на ручнике захожу в поворот всегда. А ну я не особо пока с учеником пробовал. Ай! Гольфец уже так неплохо едет, хоть и 517. Угу. Этик. Вот по трассе еду вот так вот. Ой, там связка была. Да-да-да. Ой, опа. Здравствуйте. Привет. Что там? Так, магнит. Отив. Ну, попасть. Это же... Серьезная борьба тут, смотри. Да-да-да. Тут сокращение, я прошляпал. Так, первый круг прошли. Да. Трушка, спасай. Кого так клавиатура тарабанит? Меня. Третий уровень еще не открылся, так что... Что так? Пока что вставить на тачку нечего. А у меня Nissan тащит, смотрел. Ай, эффект цепнул. Если точнее, таксиста. Так, тут осторожно, тут можно в стену. Будем записывать по схеме. В стену-то да. Ой! А, кстати, я пошел назад. Еще одного словил. Ладно, короче. Пика и Иди пойдем в следующей серии. Я на этом все. Всем хорошего настроения и всем пока-пока. Что там? Ой, еще один. Прямо там друг с другом смотрю, там боретесь. Ай. Ну себе, конечно, еще это не захватывал с собой таксистов, тогда было замечательно просто. Еще стенку сломил какую-то. Я вам отдал таксистов. Так, это что у нас? А магнит уже. А, магнит только два раза можно использовать. Два раза? Угу. А и нетушку мне больше не дает. Кто-то тут меня догоняет, смотрю. Это Денч. А. Thank you.
дали мне нетрушку. Там было очень поздно. Опа. Смотри, как меня объехал прямо. Что произошло? Мне сейчас игра. Так. Заходим? Пойдем. Куда? А да, вы в гонку. К кому телепортнулись? Ко мне? Да, я к тебе. Я зашел вот где-то рядом, стоял, там гонка. Так, вот-вот. А Дынчик-то не присоединился? Сейчас, пацаны. Есть... Может, поздно, наверное? А нет? Не, есть или, 45 да? секунд еще, он успеет. Так, а как он телепортнется? Он телепортнется сейчас по-любому в рандомную точку. А, мы исчезли, да? Да, для него. Ну ты можешь выйти и зайти, еще есть 30 секунд. О, пацаны, я вас не вижу. А, вон, он зашел. Дэнчик. А, да? Да. Данил, у меня хорошая новость. Что? Леон пишет. Я ему написал, ты телефоном-то обзавелся? Он говорит, нет, мой старый телефон выжил и прекрасно работает. То есть он с мобилой, с фильм Патахань, понимаешь? Что-то исчез Дэнчик. В смысле? Тебя нету. Я в гонке. А, да, появился. Вот оно что-то там глючит опять. Так, надо сделать хороший старт. О! А, не получилось. А, погнали. Погнали. Кто первый поехал? Насколько длинная гонка, я уже не помню. Ну, 6 кругов тут. Это спринт? Да. Нет, это не спринт. Спринт? А, я вспомнил эту гонку. Смысл вот этом лайн. Опа, кто-то там сзади меня хорошо прессует. Ой, еще кого-то. О, год, здесь творится, блин. Да тут нас много. Так, Нитро. Нитро. Так, соперничаем. Короче, я у Леона спросил, он завелся ли телефоном. Он сказал, что ставить телефон выжил и прекрасно работает. Я ему сказал, хорошо, что телефон выжил. Ждем тебя после экзамена в скайпе. Хорошо. Хорошо, все с ним нормально. Успели. Жесть. Ребятка, выручай. Последний. Походу, последний. Ну мы рядышком, не переживай. Да? С Денечком он уже меня бы отходит опять. Ого. Толкаешься, ну ладно. Ой, протаранил кого-то там. На лансере это Дэнч. Ну, это нормально. Кого-то таранить. Че ты остановился, Дэнч? Кто остановился? Никто не останавливался. Я в трафик врезался. А, ты врезался? Тут сокращалка, осторожно. Так, что там, гонка завершается, что ли? Походу. Ну там кто-то финишировал уже. Артур какой-то финишировал. Так. Осторожно. Ай. Не понял, этот Volkswagen, как он так быстро едет уже? Там можно как-то прокачать живо. Я 4-й завершил. Я трафик словил. Ну ты успел. Он ты успел. Эффектно. Да. Ну, знаете, я вам скажу, Голев, если только у него элитные детальки поставить, может валить, или если спидхак, тогда может валить, но, скорее всего, элитные детали. Элитные. А, золотые детали, элитные. С ними он еще может валить, я думаю, по полной программе. Вот такие золотые детали добавили. Вот, все, пробовал. Так, тут Аквас. Сейчас я в поиске гоночки. Хорошо. А ну найди что-нибудь такое. Вот, нашел. Присоединитесь ко мне. Давай. Секретную нашел. Ого. Она функционирует? Должна. Сива, зашел? Да. Захожу. Да, присоединяйся. А, так, вот я вас вижу. Правда, есть сильная гонка, которая не функционирует, но чисто дрифт гонок. Хочешь дрифт гонки в Волде? Там нет.
тренерской. Да, есть, но он такой, я есть, пробовал. Заносит так хорошенько. А у кого там работают колонки? Нас слышно там. Да, эхо у кого-то там. Телефон. Вот. Телефон такой. Да, у меня на ноуте скорее перегружать будет. Мне же надо параллельно что-то записывать, что-то делать. А еще да, кто-то подключился. А, ясно, мы по первому не завершим. Рикса присоединился, а класса. Сейчас она вперед и рвется, и все. Пацаны, я знаю, как Рикса валит. У нас еще готовность, а уже нет. Погнали. Хорошо. Так, хорошо, пошли. Вполне да, себе. Да, здесь удобная трасса. Угу. А, да не, уща, я отойду ненадолго. Ой, без проблем. Ага. Я бонусы заезжать. Где вот это, где подземка, да, сейчас? Да. Заходим, да? К выход. Так, я захожу. Там эхо у кого-то? Да, есть какое-то эхо. Это телефон, пацаны. Ну, ясно. Да, добавляются тут, смотрю, игроки. Новички. Новички, не, ну тут есть он, 17 уровень. Так, он 11-й, это новичок. Так, надо список посмотреть. А тут, да, в принципе, новички. Кто-то... Так, в принципе, у вас понятно автомобили. Но есть еще один какой-то Porsche, но он меньше прокачан, чем я думал. Он есть кто-то на этом, на Diablo. На Diablo? Розик, что ли? Да. Блин, ну у него, да, довольно прокачанный в А-классе. Он выйдет сейчас, посмотришь. Тут еще и Corolla тоже в А-классе, но он... Сейчас посмотрим. Да. Тут еще и техника нужна. А такс. Погнали. Уехали. Уже гоните, да? Да. О, кто-то трафик словил. Я тоже. Ай. Жесть. Плюс стеночка. Кто-то меня примагнитил или что? Кто меня так подталкивает? Королла меня подталкивает. Кто-то применил магнит. Так, это рогатка, да? О, полезная вещица, рогатка. Пацаны, а вы знаете, кто такая боевая подруга? Как ее зовут? У нее есть ли скайп? Она имя свое не раскрывает. Не, в скайпе. Зачем ей имя раскрывать? Она ж боевая. Военная тайна. Скрытая девка, он ко мне общается, инфинита, самая косит под Сончика. В плане видосов. Руль, Фанатек, позже GT2, Сон не с того же начинал. Underground с редуксом, прям вот ядро под Сончика косит. Надо. Столкнулись, это так. Она там и была у него. Ай. В канале. Да, зажали меня, конечно. Хорошенько тут магниты накидал. Не могу выбраться даже. А кто кидал-то? Не знаю, я смотрел на дорогу, но... Мне еще, пацаны, здесь сердце. Мне уже нельзя. Блин. Да, вы уехали хорошо. Далеко. Вот на этот... На Undercover слишком мало модификаций, блин. Что не особо так хорошо. Вот Undercover самая провальная часть, ее не модифицируют, не пытаются даже. Но ее же полностью сделали, репак новый. Ну, ремастерит, да. Ремастерит, да. Ну там, мне кажется, это еще недостаточно. Там ну, хоть и графончик получше, но... Все равно можно как-то еще доработать. Ну да, там машины можно еще доработать.
да. Небольшую физику. Физики, как да, кстати. Постоянных подгрузов в андерковере. Короче, всю голову на минимум, только детализацию повреждений, детализацию тачек на максимум. Все остальное на минимум. Когда подгрузов не будет, я так прошел на максимум. Когда движок косячный не прогружает особо графику при максимальных настройках. Движок кривой, значит. А, я говорю. Так, я шестой закончил. Вообще, в идеале, самая лучшая модификация протонуть карту из PS2 или из V андеркогера. Это будет кайф. Most Wanted переделанный. Ага. Ведь представь, сначала андеркогер мог стать Most Wanted 2, потом еще один Most Wanted 2 в 11, в 12 завалили. Mm-hmm. Разрабы красавцы, конечно. Ничего не скажу. Как так можно было, я не понимаю. Ну, вот, да, кстати, вот Hot Pursuit как раз таки хорошо издали. Угу. Довольно-таки. А вот а с Most Wanted там без понятия, что. Ну, там это опять же из-за сроков. Это же я геймс, пацаны. Так. Че известно по новым FPS-ке? Че еще там они будут лечить? Че-то слышно, нет? Пока нет, пока можно. Только слухи от геймеров, то, что будет какой-то Underground 3. Ага. Давно так. С времен 15-го. Ну, мечты фанатские. Я бы тоже хотел Underground. Угу. Да. Так, сможете ко мне телепортнуться? Я тут еще дошел. Кое-что. Ага. Ну, я что... Думаю, что будет обязательно... Такие погодные хорошие условия будут. Можешь прикол, я к какому-то... Спасение команды, да? Заходим или что? Да? Да заходим, а вы телепортнулись уже, я просто вас не вижу. Да, да, да. Так, я зашел. Я тоже. Саны. Спасение команды. Ага. Так. Что-то гансмен какой-то. А вот все, Денчик. Все замечательно. Королла, кстати, к нам присоединился. Ага. Эгвицит этот. А класс. Инишал, да? Сейчас ментов будем возить. Ага. Сейчас тут доставалится все, блин, подряд. Угу. Куча ментов. Ага. Не, куча ментов в Most Wanted. Это когда за тобой подкрепление едет. Дофигища ментов. Если посмотреть назад. Нет. Так, водители 4, 19 километров. 7 минут 30 секунд у нас имеется. А, ты посмотрел уже? Да, трудности. Да, да. Цель команды оторваться от полицейских и до истечения времени как бы прибыть в пункт назначения. Нечто подобное у тебя в Most Wanted есть. Вообще, знаете, что я считаю, пацаны? Макмейкер надо голову втопиливать, что не сделали я Аспер. Там каньоны, все фигни. А вот что-то тем год, что ты не можешь играть. Так-с. Левее. Где с мостом было лучше? О! Я кого-то словил. Ай! Что произошло? Мой кайф — это когда мост, потом дорога, дорога, потом начинается каньон, ты поиска каньона, потом пол. Так, этот уехал на период. Более вообще. Это что у нас? А, Таран. А Таран. По мне даже... идея прикольная. Возьму чипов-то, Таран. Да. Вообще, по идее, я тебе так скажу. В плане сюжета Underground 2, MV и Carbon можно объединить. В принципе. Underground 2 объединить с Карбоном? А как оно там? Там ну немножко как? Там другая атмосфера. Нету полиции нету в Underground 2. Ну, в принципе, можно там добавить треки эти дрифтовые там хорошие. Uh-huh. А вот в идеале можно попробовать так, например, Олимпик Сити целый, там проходит сюжетная часть. Дальше это игрок, короче, подъезжает на тачке в аэропорт.